Приветствую вас, дорогие зрители и подписчики. Перед просмотром хотелось бы попросить, чтобы вы подписались на канал и поставили лайк под ролик, ведь ежедневно мы стараемся только для вас. Спасибо, а мы начинаем. Российский певец Дима Билан попал в больницу с воспалением легких. Об этом он рассказал в прямом эфире на своей странице в Instagram. Артист отметил, что всю последнюю неделю чувствовал недомогание и выступал на концертах с температурой. Билан подчеркнул, что несколько раз сдавал отрицательные анализы на коронавирус и сделал КТ. В итоге врачи диагностировали у него воспаление легких. Не COVID-19, слава богу. В Ялте покатался на катере, простыл, носоглотка заболела и, в общем, в Питере я уже был с температурой, сказал артист. Спасибо за просмотр, пишите свое мнение об этом в комментарии. Если хотите видеть главные новости каждый день первым, подписывайтесь на канал и не забывайте нажать на колокольчик. До встречи!